Привет! Эд Реборн! На одном из последних стримов моя подписчица Саша через донат, за что ей огромное спасибо, попросила меня глянуть ролик с канала Валеры Гостера, который называется «Как вернуть парня». Естественно, я решил записать полноценную реакцию, потому что Валерку я и так постоянно смотрю, и к тому же меня очень часто просили записать реакт именно на этот видосик, поэтому, друзья, вы просили, вы этого дождались, давайте посмотрим, уверен, будет так же ржачно, как и обычно. Погнали смотреть! Первое, что я хочу, это пожаловаться, что у меня в городе уже 100 тысяч лет нет ни интернета, то света, то воды, то вообще ничего нет. Я интересно, где он живет? Четвертый день хочу какать и терплю, но это... Нифига себе, серьезно? Не так важно, как то, что я сейчас уже не могу терпеть. И я снимаю видео из того, чего у меня есть на компе, потому так. Что ничего я скачать не могу, интернета нет. А загружать я буду, наверное, этот видеофрагмент с помощью мобильного телефона. В общем, произошел первый снег, и город вернулся в какие-то доисторические времена. Так. И... Блин, интересно, в каком городе он живет? Мне потому что вот такой жопы никогда не было. Типа, если, например, не было воды, у меня интернет 100% был. Все вот так вот с помощью камней теперь общаются. Короче. Камней? Может быть, все-таки с помощью стаканчика и нитки? Welcome to Yandere Simulator. В общем, суть в чем. Мы... Почему у него на компе хранится эта игра? Мне непонятно. Мы должны показать нашему парню, что он наш парень. Он еще не знает об этом, но так и есть. На самом деле, просто он глупенький. А мы должны как бы напомнить ему, кто здесь как бы генста, а кто гнида из кадетства. Выберите гендер вашего идеального лавера. Извините, но можно выбрать только парня. Что? Подожди. Зачем тогда спрашивают, что за бред? Я не понял. Я сейчас скандал такой учиню. Ну ладно, просто парни любите. А почему? Я не понимаю. Типа, выберите гендер, но дают выбрать только парня. Какого хрена? Дурных. Цвет кожи. Сделаем идеального, это будет бледненький. Да его, по-моему, кожа везде одинаковая была, не? Непричесанный. Вонючий. Делаю просто по себе сейчас, воды нет, не обессудь. Вот это да, у тебя что, два рога, что ли? Он идет за ним. По пятам такая, ты мой. Ты мой, слышишь? Сейчас я дойду до тебя, и все, и любовь. Ну, он не знает об этом, хотя он уже давно мой. Во, бледненький, непричесанный, зеленоволосый, красноглазый, потому что он любит дышать свежим воздухом. Ни хрена себе, видимо, вот почему у меня глаза не красные. Я не свежим воздухом дышу. Ну да, сколько лет я уже не выходил из квартиры? Извиняемся. И обязательно 3D-очки из кинотеатра, потому что, типа, это признак того, что он может сводить вас в кино. Выглядит как... Там что, мне показалось, там были зеленые усики. Потому что, типа, это признак того, что он может сводить вас в кино. Зеленые усики, пропуск в трусики. Выглядит как какой-то анимешный сутенер. Мне нравится. Something ей тоже нравится. Вронг. Wrong. Я угадал. Обляпалась вареньем. Part of me is missing. Фига себе, у нее огромное сердце в животе. С меня пропало. Has dominated my life. Этот козел доминировал в меня. My world has always been cold. Мой мир холодный. Dark. Темный. Silent. Глушитель. Моя мать была как я в детстве. Но когда она встретилась с моим отцом, все изменилось. Все стало таким прикольным в ее жизни. Он сделал ее законченной. И в один день... Какая-то плоская рука. Он говорит, дай денег тебе. Мой мир зацвел цветами. И я почувствовала жизнь, когда ко мне прикоснулся этот укуренный, непричесанный. Растаман какой-то реально. Киллер, теперь он мой муж. Но он говорил с этой жопой. У меня судорога руки правой. He will be mine. Absolutely. I'll be back. Как жутко-то, а? Так. Я конченая баба-симулятор. Что ж... Таким эпичным голосом. На наш телефон фирмы Psycho пришло сообщение: «Хей, я знаю тебя. Я видел, как ты столкнулся с Unterführklassmannом сегодня». Я извиняюсь, я, может, что-то не понимаю сейчас. Не надо играть в дурачка со мной, блин. Я пытаюсь помочь тебе. Я знаю немножко информации о девочек, которые тусят с ним. Я слушаю. Ее имя Асана Нажими. Она была в него вкрашена, короче. Ты знаешь, что такое краш? Енот такой, краш бандикут. И вообще связи тогда не понимаю никакой. Она планировала конференцию с ним в пятницу после школы. Вот я знаю, что эти конференции между мальчиком и девочками. Да, особенно в пятницу после школы. Кто это? Кто ты? Ты что-нибудь слышала про
Инфочан. Это городская легенда о девочке, кто хакает, какает, сказал, извиняюсь. Кто о чем, да? У кого еще болит, как говорится? Я сейчас такой скандал ей учиню, ё-моё. Так, сегодня у нас 5 Мандай, завтра Туэсдэй, потом Венсдэй Майдут и Сатурндэй. Это я сейчас у себя дома, здесь стоит какой-то маленький гроб с фоткой моего сэмпая, что-то я раньше времени его захоронил. Так, это набор моих трусов. Выбор, конечно, невелик что-то. Ну, придется эквипмент сделать этот. Я могу, как бы, ну, полностью unequipment сделать, нет? Думаю, так сэмпаю больше понравится. У меня тут полка с аниме. Так. Посмотреть криминальное аниме, чтобы изучить потенциальные методы убийства. Нифига себе. Типа, происходит просмотр аниме, где наш главный герой учится убивать. Жесть, осуждаю нафиг. F-Not, эпизон. Я понял. Это что, тетрадь жизни, что? Отсылка к корпорации монстров, скорее всего. Еще у меня в комнате есть комп, на котором я люблю играть в War Thunder. Блин, хорошая подводка к рекламе. Я же даже не ожидал на самом деле. Ну, на этом рун-тур закончен, можно выходить. Я закипел, я чайник, извиняюсь. А можно мне, пожалуйста, чаечек? Чаечка! Офигеть здесь народу. Группа гитаристов. Группа каких-то киберпанк-анимешников. BTS этот здесь. Потенциальная угроза к моему сэмпаю. Сэмпай! Вон он стоит, оборзевший. С кем ты там уже языками чешешь? Извините, у нас тут вообще-то приватные разговорчики. В смысле, какая у вас там приватная? Когда я тебя сфотаю, пока ты при жизни еще? Тебе недолго осталось. Так. Извините, самурай, вы вообще в ту школу идете, не? Пес, дайте я вас сфотаю. Какой сэмпай, да мой сэмпай по сравнению с ними вообще никто. Так, все, согласен. Мой сэмпай так никогда не позволяет делать. Вы что? Ладно, сейчас от этого я бы побайчу. Все его друзьяшки ведутся, но он будет моим. Тихо-тихо-тихо, уходите все. Кого ты чудишь? Я же девочка. Так, все, борзый, молись. Так. О! Все, успокоился. Типа дежурные, походу. Офигеть. Они будут ловить вас, если вы будете делать что-то курьезное. Mm-hmm. Слово курьезное я только что вспомнил, я даже не знаю, что это значит. Вот он мой сэмпай. Как мне его добиться? А, вот этот тварь, кстати. Ой, я могу с ней говорить и на коленях просить, уступи мне, пацан. Серьезно, что ли, прикол? На, но мы гордые, мы так не будем делать. Она потеряла свой сумку, что ли? Свой сумку? Если я верну ей сумку, она позволит себя, наверное, убить. Я научился включать женское чутье, я прям вот чую, что между ними что-то есть. Давайте нить какая-то. Черним ее сейчас вот так вот фоточку сделаем. Че ты палишь? В смысле, ничего не было? Уйди. Где твоя кабинка? Показывай, показывай. Вот она. Так. О, господи, какая мерзость. Пахнет мужиком. Это тапки моего сэмпая, очень нравятся мне. О, я могу в какой-то клуб вступить. Кукинг-клуб. Драма-клуб. Так. Клуб оккультистов, серьезно. Арт-клуб. Рок-аут-мьюзик-клуб. Так, карате-клуб, фотограф-клуб, клуб ученых и спорт-клуб. И я хочу стать рокершей жесткой вообще. А я думал, в оккультный клуб пойдет. Где этот клуб? Кто здесь у нас? Здесь жесть. Ой, можно я тут взвешиваюсь? Я вешу вообще мало чуть-чуть, нисколько. Мало чуть-чуть, нисколько. Ты даже не встал на весы. Как мне можно не любить такое. Смотрите, идеальный рост, вот он, почти. Это же идеально, да? Доктор, почему? Почему он меня игнорит? Что происходит? Так у него такая же идеальная девушка, ты чё? Это что? Что это такое? Что-то украл. Что это? Украли, посмеялись. Я сделал подлянку, я украл шприц. Теперь тихо, все. Сники, уходим. Во, кукинг-клуб. Так. Только не сюда, это какой-то девчачий вообще клуб. Что это? А, играет тут на гитаре? Не понял. Так, клуб рокеров в шкафу, что ли? А-ля Нарния? Так, куда ушел-то? Я только начал танцевать под музыку. Ти сидит на первом этаже, барабанщик на втором. Это, я так понимаю, самый сложный по вступлению в клуб я выбрал, да? Это клуб дальтоников, да? А, это фотографы. Здесь у каждого клуба есть свое помещение. А рокеров? А учиться-то где вообще, а? Давайте расположим рокеров по всем этажам. Типа, а что? Самые тихие ребята. Можно к вам вступить в ваш... Они всех будут просто всем мешать. Клуб кожевников. Короче, я не нашел, как вступать в клубы, поэтому вернусь к своей первоначальной цели сэмпай. И у меня есть... Кое-какая тактика для его привлечения. О, вот так вот, элегант персона. Сегодня мой муд элегант персона. Это какая-то... Лицо просто сделал, только попроще. Бич персона. Во, ля. Гопарь. Сегодня я вот так вот за своим симпаем иду. Подходит. Надо прогуляться.
Это прям офигенно, чисто за это лайк. В такой позе около сэмпай, мне кажется, так. Сработает. Ля, вот так иду, вот так. Вот так хожу. Вот так. Оп, ты что, балбес, что ли? Оп, смотри. Все, не-не-не, подальше, тихо. Слишком близко, теряем уверенность в себе. Вот так вот. Что ты там читаешь, дурачок, блин? Твои буковки, думаешь, красивее, чем я? Ладно, такая походка тебе не камильфо, да, дружочек? Так. Сейчас я тебя устрою. Я могу с элегантной походкой, с ведром? Ля, в натуре. Ля! Прям хозяйственная женщина, да? Так, когда назначили дежурное в классе. Могу элегантно принять туалет? Не могу? Что? Принять туалет? Ну, это просто ассасин. Я бы не заметил вообще, что... А, это мужской туалет. Элегантно стою в мужском туалете. Вот так, оп. Оп. Ладно, тут нельзя находиться. Вон он сидит. Давайте сделаем вид, что я новая учительница. И я, значит, хочу сказать, что он тот парень. Остается сегодня после занятий со мной навсегда. Кактус накуренный, есть что сказать? Возразить можешь мне? Почему вставал-то? Короче, мы с Тамарой ходим парой. Она постоянно ходит с своей подружайкой. Вообще не отходит от меня ни на минутку. Как мне ее рипнуть-то без палева? Она даже на свидание ее с собой берет. Посмотрите, спецагент стоит. Конспирант, конспект высшего уровня. А чё, мне типа нельзя, да? Ей можно, а мне нельзя? С двух сторон окружили. Это вообще мой симпай, какого фига? Чё я делаю? Сначала мы уберём вот эту. Кому она так? Она меня заломала. Похоже, она ходит в школу карате. Походу, да. Я такого не ожидал. Нужно действовать по-другому. Я буду подготавливать почву. Блин, с самого начала начинать постоянно. Что для внезапной атаки. Во-первых, переобуть тапки нужно. Иначе в школу не пустят. Тапочки сэмпая сразу же. Так. Теперь я стала сильнее. Зубами заточить швабру и буду тыкать ей как копьем. Блин, я со шваброй. Да я убираюсь здесь, отстань. Привет, всем привет, всем здравствуйте. Да ладно. Серьезно, что ли? Спалил все-таки одноглазый. Слышишь, я что, моргала, что ли, доклевать последнее? Или... Я просто стояла со шваброй, какого хрена? Да это ж просто швабра, да что такого-то? Ты знаешь, что почему ты здесь? Я директор. А, в эфире рулеточка. О, я совру. Скажу, типа, хотел убраться. Пошла вон. Едва, я сейчас... Никак не приблизился к своей цели. Так, да. Она потеряла свою сумку в изгороди лабиринте. Можешь ее вернуть? Если я верну ей эту штуку, она, возможно, скажет, что я не буду трогать твоего симпая. Спокойно. Давай попробуем. Думаю, так же девчонки договариваются. Типа. Так это лабиринт, это как делать, нефиг его пройти. Так. Хотя... Уже потерялся? Ладно, проиграл, похоже. Я забыл, куда идти. Лошара. Я забыл, куда идти. А кто меня найдет? Вот это да. Вот. Он что, там целый день, что ли, пробыл? Это я пошел за сумочкой, вот это круто. Спустя неделю я нашел эту сумочку. Что это такое? Это сумочка, что? Фон Чарм? Вот это вот, судя по размерам, это для писюна. По коду. Сумочкой. Забери свой кошелек, Барби Сайз. Так, теперь мы втерлись к ней в доверие. Вот это еще какой-то подозрительный пусинюхер, что он тут трется постоянно? А, он втюрен в ту бабу, которая втюрена в моего сэмпай. О, надо их свести вместе. За работу. Слушай, волосы метелки, там кое-кто хочет тебя видеть за фонтаном. Так. Это, наверное, мой сэмпай. Слышишь, ты-то куда бежишь? Тебя никто не звал, остановись. Как она достала, они что в то... А зачем он за ними пошел? Иди к своему сэмпаю, пытайся добиться его. Блин, тоже вместе ходят. И ну да, мы с Тамаром ходим парой. Свиданку вместе, это что за акция 1 плюс 1? Наедине ее не выловить, походу, да? Ну стой, жди, жди. Was this just a prank? Слушай, это что, был пранк? Ну да. Серьезно? Так, слушай, все просто, ты ничего не видела. Так, по-моему, она и так ничего не видела, стоит, улыбается. Я тебя не бью. А как мне избавиться от трупа, когда он прям на входе лежит? Еще нужно восстановить здравомыслие как-то. Так, я думаю, не в этой комнате лучше делать. Я свечку за упокой ее души несу, спокойненько. Это точно не я. Я видел, как кто-то выпрыгнул с люка и ударил ее. А где там люк был-то? Это не я, я свечку принес. О, бедолага. Я свечку принес. Как же жалко, что она наконец погибла. Давайте ее закопаем поскорее, мало ли, блин. Что мне делать? Так, сейчас я свечечку поставлю. За упокой ее души. Ой, жесть, какой нож! Какого хрена, откуда нож-то появился? О, нет, она сдохла от перцового баллончика. Я случайно нож.
Вы видели, как она лежит? А, это ее связали просто. Так, по старой схеме, тебя там мучача ждет, иди скорее к нему. А мы по приколу этого ботана к ней отправим. Так. Коварненько. Я свела двух типов. Новая пара, чек. Was this just a prank? В смысле пранк? Нормальный парень, забирай его. Согласен, вообще шикарный, забирай. Тебе оставь мне того. Сотрясение мозга, чек. Как теперь избавиться от жмурика? А куда ее отнести-то надо вообще? Я мусор убираю. Есть план. План побега. Черт, так это не работает. Так, теперь другой план тогда. Если что, так. Мы подружки. А куда вообще ее нести надо, не понимаю. Ты пьяная, окей. Но тебе очень надо на матешу исправить троечку. Это просто ужас какой-то. Сейчас до матеши дойдем. Да нет, ну... А, спалили! Кто? Stop right there, criminal scum! Блин, это откуда? Спасибо, приятно. Да зачё? Я крыса. Перекачанная, огромная, боевая крыса. Вот тут. Я б тебе прописал, но я не могу, ты слишком сильная. Там очередной раз у фонтана тебя кто-то ждет. Блин, беги скорее, ты чё тупишь? Давай, кто же это может быть? Так. Сейчас будет приколдес. Постоит такая, это что, был пранк? Бежит обратно здесь в лицо сразу, 5 килограмм. Ой. Что? Что? Я сегодня дежурная по обнаружителю. Че она там, когда поймет, что я ее обманул очередной раз? А вдруг ей наконец-таки понравился парень? Че ты трешься около моего огнетушителя? Да как ты достала, уйди. Так. Is this just a prank? Все, возвращается. Да ты че? Это мое! Где еще огнетушители висят? Наконец. Вон она опять ее стоит, караулит. Знаешь что? Смотри фокус с подругой. Идет в школу. Блин, я уже думал, он покажет нам, как надо пройти эту игру, потому что она ржачна, но я не знаю, типа, я хочу прохождение увидеть. Обнаружила труп Асаны Нажими. Полиция не может обнаружить орудие убийства. Ну да, да, отлично работаете. У полиции недостаточно оснований обвинить нас. О, хорошо, повезло. Такая коварная. Доктор зло прям. Мы ничего не видели. Это не мы. Не забывайте про Варзандер. Ссылочка в описании. Варзандер. Видос получился у гостера, как обычно, мега угарным. Огромное спасибо Саше за то, что он меня попросил его посмотреть. Я получил колоссальное удовольствие, потому что вот ролики у него реально все классные. Можете мне писать в комментарии, что можно еще глянуть у гостера. Обязательно как-нибудь посмотрим. Но если вам понравилась эта реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.